Кто считается проигравшим? А, окей, Антон. Так. Сколько заплатить, Антон? Тот, кто меньше всего забьет. Меньше всего забьет, да, Герц. Один победитель, второй такой наблюдай. Не. Не, вчетвером подходите и говорите, а что здесь происходит? Вам тренера нужны? Красный тренер. Я красный. Не... Да, вот снимай на уровне. Ладно, ладно. Ну видишь, работай свои. Ну, за что мы тебе платим? Так, есть идея? За что мы тебе не платим? Вы мне не платите, да. Песня. За еду работаю. Столовый, да? Не, в столовой у нас, да. Песня в столовой. Не, просто вот надо что-то еще какой-то движняк привод все. Вот у нас столько много народа. Ну, если один пить, это не масло. Надо, чтобы масло. Четыре человека сделали. Не, одному еще прикольно. Давай, тогда, тогда. Ну, там, а мы уж по этому, может, подхватит, ну, там, непонятно, да? Может, так исполнишь, что вся столовая. О, ну, конечно. Тот, кто побеждает, садится за стол, тот, кто проиграл, он берет всю еду, которая есть, выносит и поет это все. Он мой волшебник, он мой план, самый вкусный шоколад. Ну не, вообще не идеально было у меня в голове. Ну хочешь просто... То, хочешь ко мне, давай так, и без соревнований. Надежда на тебя. Песня мне нравится. Ну тогда еду вот так вот, как это, я тебе покушать принес. Братиш. Как-то не понял. Давайте, один победитель, не, давай два победителя, три проигравших поют в столовой. Два победителя, ребят, мне нравится. Три Два победителя, четыре проигравших. Так, два победителя, Олег читал. Кто три проигравших. Кто больше всего забивает, правильно? Нет, да. Бьем по пять ударов. Я сегодня голос забыл. Молодец. Если это, вспомнишь, где они там с общином? Нет, вот все ворота, всех обьемся. Давай. Все. А кто первый начинает? Давайте. Камано, Маргано, Чичико. Камано, Маргано, Чичико. Хорошее начало. Начало положено, ребята. Сейчас собрались футболисты. Нервишки. О, май гуднес! Там просто без шансов! Здорово, Пичуга! Макса, верните! Рядом, Олег. Как длинную давал вот эту девушку. Резко, да? Резко, согласен. Ничего себе! Так все удары, конечно. Как он первый раз попал? Да, я вообще не знаю. Минус один, да? Я не подвел! Спасибо, Тома! Спасибо за мотивацию. Сейчас я покажу класс. Сейчас. Головы не главное. Да, реально, результат не важен. Да, да, здесь главное, как мяч летит. Самое главное подготовка. Все, я там настроил. Он призрительный симпатий хочет. Бить, пока все здорово идет. Пока не закручивается что-то. Крутилка пока сломалась. Лови! Бафонище! Чудовищный бафонище! Лови его! Лови! Он уже готов был прыгнуть, да? Да. Не умел сбить мяч. Лови, а Пичуга видел, как ловит? Как... Пичуга? Как кошка мышку вот так вот сверху. Ты мяч видишь? Да. Ну как с такими бутсами можешь добить вообще? Таким пальцем. Нормально. Гер, придумывай песню уже. Чё ты говоришь? Типа рядом?
Дима чуть-чуть понял. Тимофей. Дима, тебе. От папы. Нет. Ну хорошая была. Нет, сейчас все будет. Это, кстати, считается. Я главное собраться. Удар. Миша, смотри, сейчас гол будет. Ой, я знаю, как я исполню. Слева за два? Принимается? Слева за два? Нет. Чего? Меня провалили. У меня левая тоже, знаешь, какая сказка? Левый за два. Пичок, встань по центру. Хорош, Пичуга. Мастер. Да, еще. Если бутсы дырявые, ты знаешь, что ты можешь ближе поставить? Да. Тебя болеет. Ну нет, ну это смех вообще. Да, можешь тебе похлопать? Олег, да это невозможно таким бутсом забить. А если выдохнуть, это лишнее, понимаешь? А выдохнул после удара, да? Не. В итоге вырежем три удара, которые попали. Выставил, да? Левая. Слушай, левая лучше. Не, ну левый можно за два, ладно. Сразу за три. Не, не, левый нормально был. Все, конечно. Я не представляю, что в полуфинале с тобой было. Задач, лови, отбей! Когда он обрезал? А он бил этот? Он первый гол не забыл. Не пошло все, не пошло. Блин, ты делал? Да? Не забил? Ай-яй-яй-яй-яй. Это лишнее было. Лишнее, Андрей. Еще в пенальти научили бы его бить. А что, это зачет был? Да. Если я забиваю, все, до свидания, да, белый? Но я, может, специально, знаете, ударю, чтобы... А что, у нас нет тоже шансов? Чтобы вы побили. Нет, да. Почему? Мы один забиваем, у Вити и Гера догоняем, а дальше мы решаем, кто... Ну, в принципе, еще можно по 5 ударов. Конечно. Лети сюда! Вамос! Не, ну левый за два, последний должен быть. Не, у нас время еще есть, можно забить. Вера, выбирай песню. А что, гол был? Столовой, подойдите, да, там все гол красиво, был? Знаете, оформите. Алекс, кстати, я одного гола не видел. А, не, он видел, такой все. На камеру снимаем, посмотрим. Шансы нам дайте. Поддержка здесь. Там дым даже пошел. Мощный взрывной, разрывной удар. Алеш, ну хоть один из пяти можно? Все, продолжаем? Я не понимаю, куда они вообще пошли.